Комикс с My Little Pony. Адаптируйся к ночи. Итак, что там с оборотнями? После того, как принцесса Луна усыпила оборотней, их держали под стражей до тех пор, пока наконец не удалось найти лекарство от этого заболевания. Благодаря информации от заключенных, которые согласились на пожизненное заключение за свое сотрудничество. Хотя они все еще находятся на карантине, они, похоже, идут на поправку. Луна сообщила мне, что лидеры клана оборотней тяжело восприняли случившееся. Хотя это не повредило мирным переговорам между оборотнями и вампирами. Но, к сожалению, они откладываются до тех пор, пока все не утрясется. Как у нас обстоят дела с гражданскими? Сейчас мы обвиняем во всем волков, сбежавших с незаконного бойцовского ринга. К счастью, это было посреди ночи, так что их видели немногие гражданские. И у большинства из них хватило здравого смысла убежать и запереться. Ходят некоторые слухи об оборотнях, но никто не воспринимает их всерьез. Мы должны быть рады, что обошлось без жертв среди гражданского населения. Те, кто отказался сотрудничать или был признан виновным в слишком большом количестве преступлений, были приговорены моей сестрой к смертной казни. К сожалению, некоторым крестоносцам все же удалось бежать из города. Включая моего брата. Как справляется твоя дочь? Это было трудно. Я всегда знала, что однажды мне придется рассказать ей правду о том, как умер ее отец. Но я хотела, чтобы это было не так. И я не хотела, чтобы она знала, что у нее есть дядя, который хочет убить ее просто за то, что она существует. Если тебе что-то нужно, пожалуйста, не стесняйся спрашивать. На самом деле, возьми отпуск на 2 месяца. Оплачиваемый, конечно. Спасибо, принцесса. Тем не менее, мне все еще нужно спросить, действительно ли мне все еще нужно продолжать свою миссию? Винил моя подруга, и я не вправе шпионить за ней. Я знаю, это трудно, но мне нужно, чтобы ты все еще присматривала за ней. Принцесса, она не опасна, я знаю это точно, ведь она... Это не Винил опасна, Дёрпи. Мое внимание сосредоточено на том, кто превратил ее в вампира. Верно, Люсид. Он действительно реален? Говорят, он самый старый из ныне живущих вампиров. Даже старее принцессы Луны. Да, потому что именно он когда-то был близок с моей сестрой. Насколько близко? Это тайна. Как ты знаешь, официальная история гласит, что моя сестра приревновала наших пони к тому, что они любят меня больше, чем ее. Что превратило ее в Найтмарму и вызвало гражданскую войну. На самом деле никто не знает, почему моя сестра превратилась в это чудовище и сделала то, что сделала, нарушив мир между всеми нами. Даже она не помнит, что произошло. Но я знаю, кто помнит. Люсид! Да, я не знаю, как он замешан, но я хочу добраться до него и хочу получить ответы. И я получу их от него, так или иначе. Я думаю, тебе следует познакомиться с моей соседкой по комнате. Она тоже вампир, как и ты. О, тогда я не могу дождаться встречи с ней.